Как отключить приложением доступ к камере Windows 11? Откройте пуск, выберите параметры «Конфиденциальность и защита». В правой части найдите «Камера». Откройте его. Доступ к камере. Разрешить приложением доступ к камере вы можете отключить для отдельных приложений, либо полностью отключить доступ к камере. Переключатель влево. Доступ к приложению к камере отключено. Второй способ. Откройте поиск. Редактор реестра. Выберите его. HK Local Machine. Software. Policies. Microsoft. Windows. Правой клавишей Windows. Создать раздел с названием App Privacy. Выберите этот раздел. Перейдите в правую сторону. Правый клик мыши. Создать параметр DWORD 32 бита. LED APPS Access Camera. Затем дважды кликните по нему. Значение впишите 2. Окей. Закройте редактор реестра и выполните перезагрузку. Третий способ. Откройте поиск групповой. Изменение групповой политики. Конфигурация компьютера. Административные шаблоны. Компоненты Windows. Конфиденциальность приложения. В правой колонке разрешить приложением для Windows доступ к камере. Откройте его двойным нажатием. Выберите «Включено». По умолчанию для всех приложений. В раскрывающем списке можно выбрать «Управляется пользователем», «Разрешать принудительно» либо «Запретить принудительно». С правой стороны вы можете прочитать. Не смогут получать доступ к камере и сотрудников организации не будут возможности изменить это. «Запретить принудительно» поставим. Снизу вы можете добавить семейство пакетов. Как узнать семейство пакетов? Правой клавишей «Пуск», «Терминал администратор». Введите следующую команду. И в этом списке приложения вам нужно Package Full Name. Выбирайте то приложение, которое вам нужно запретить доступ. Допустим, для браузера Edge выделяем данное значение. И нажмите сочетание клавиш Ctrl-C. И вставьте сюда. Правый клик мыши «Ставить». Добавлено. И таким способом добавляйте другие приложения. Пусть это будет данное приложение. Ctrl-C. И снизу вставляете. Enter и снизу вставить. Окей. Okay.